Всем привет! С вами канал Территория мужчин. Как вы уже могли заметить, наш канал медленно, но уверенно развивается. Видео добавляются. На канал подписываются люди, которым интересны видео, которые я снимаю. Сейчас уже весна, планов у меня очень много, поэтому я решил себе заказать экшн-камеру, чтобы мои видео были не только качественные, но и интересные. Могу только лишь проанонсировать, что видео я буду снимать на природе, на рыбалке. Если будет нормальная прозрачность воды, то и под водой. То есть, кто еще не подписался, советую подписываться на канал скорее. Итак, данную посылку, естественно, я заказал в Китае на сайте AliExpress, через сайт, вернее, UberDeal, то есть групповые покупки. Телефон, которым я снимаю, а именно Lenovo A820, я тоже покупал через этот сайт. Посылка дошла за 23 дня, то есть сравнительно недолго. Но в то же время некоторые посылки доходили за 2 недели в Украину. Почта Швейцарии у меня была. Итак, будем открывать. Как видим, посылочка более-менее нормально упакована. Пупырка есть. Пупырки не пожалели. Итак, наша с вами камера. Заказывал я ее черного цвета. Вот, видите, черный цвет. Вот такая камера. По описаниям все говорят, что она оригинальная. Тест на оригинальность пройдем немного позже. Вот, кто не знает, у нас такая наклеечка. И здесь сдираем, появляется код. Этот код вводим на сайте hjcamhd.com сафы. Ну, это я могу вам расписать более подробно потом. Вот такая камера. Углы нигде не побиты. Как отослали, так и пришла. В принципе, повреждений никаких нет. Будем открывать и смотреть, что же там внутри. Коробку пока мы отложим в сторону. Вот все, что у нас есть. Итак, камера. Камера у нас уже в чехле водонепроницаемым. Вот, немного запотела. Вот. Камера с Wi-Fi. SJ4000 с Wi-Fi. Надпись SJCAM. Вот. Далее куча всяких приблуд. Так, это у нас USB зарядка.
Это у нас, судя по всему, крепление на руль велосипеда или что-то такое. Дополнительная крышечка на водонепроницаемый кейс. Так. Шнур подключения USB. Это крепление, я так понимаю, можно использовать на ремень или вот использовать на штатив. Всевозможные ремешки и липучки. Это тоже крепление какое-то там. Крепление с двусторонним скотчем. Тоже всевозможные крепления. Хомутик. Опять двухсторонний скотч и маленький тросик. Салфеточка. Да, в качестве подарка, я так понимаю, вот дали нам две такие наклеечки SJCAM. Наклею их куда-то себе. Например, на скутер или на велосипед. И, собственно, инструкция по пользованию. Вот, как вы видите, инструкция на русском языке есть. А, вот даже написано, какое крепление и куда. База 1, база 2, клип, адаптер, кронштейн и прочее. То есть не ошибетесь. И как использовать все это дело. Вот. Все положим сюда. Вот такая у нас камера теперь будет. Следующее видео я постараюсь уже снимать на природе. Выедем на рыбалку. Поедем в лес, будем заниматься кладоискательством и прочими интересными вещами. Напоминаю еще раз, кто забыл подписаться, подписывайтесь на канал. Если нравится видео, ставьте лайки. И не забывайте комментировать понравившееся видео. На этом все. С вами был канал Территория Мужчин. Всем пока!